Андрей и Соник Про в космосе. Часть 9. Брас Хокс и Мирор Ворлд. Интересно. Я здесь не был. А что случилось, что ты сюда не попал? Флэшбэк на несколько лет. Ура! Портал открылся? Все успели войти в портал, кроме меня. Но открылся другой портал. Но я попал в другое место. Danger Zone. О нет, этот ад снова! Через какое-то время мне удалось выбраться. Сейчас. Потом нашел птиц. Ладно, давайте изучать это место. Веселяемся, если хотите. Андрей и Соник Про. Скучное место. Ага. В этих облаках, кажется, что-то есть. Сюрприз! Ты кто? Мирор свинья. Что? Сваливаем. Майлз и Кубик. Я что-то вижу. Ломай. А? Молодец, летим. Дальше. Это не я. Окей, летим. Я помогу, король. Я разберусь. Я помогу тебе, Кубик. Тем временем. А? За мной. Ты что-то нашел. Окей. Время выбора. Это или это? Ну давайте. Выбирайте одно. Друзья или яйцо? Давай, друзья. Значит, я отправляю в свой мир. Все окей. Со мной нет. Упустили яйцо. Не переживай. Я видел какой-то портал. Тогда летим к нему. Привет! Добро пожаловать! А что?
попали в зеркальный мир. Скучно. Тем временем. Эй! Я ничего не делала! Делала? Секундочку. Его шапка сверкает. Эй! Изи! Нет! Яйцо! Улетаем! Спустя 2 минуты. Дальше что делать будем? Ребят, портал! О-хо-хо-хо! Ой, нет!